Входите, заходите, люди добрые. Так вы хотите, чтобы я вам про деда свой рассказал? Пожалуй. А чего же не потешить людей прибауткой? Кто из вас, лодыри, сможет моего деда изобразить? Вон тот. О, этот в самом деле сможет, потому что дед мой косак Василь. Или сабли, или языком. Так бывало отбреет. Если рубит, так до пупа. А если врет, так еще ниже. А ты изобразишь побратима верного. А ты дьявола. И его пятерых братьев-разбойников. А ты жену Василя. И ведьму. И царицу, и императрицу. Понял? Ну это уж. А ты черта. Но доброго. Ага. А вы казаков, что в огне не горят и в воде не тонут. Что это он делает? Тут кровь будет, ведь мы с боя начинаем. Танцювала рыба с раком, рыба с раком, а Петрушка с пастернаком, а цибуля с чесноком, а дівчина з козаком, тирьом, тирьом, пом-пом-пом, тиря-ря-ра-та-та. Пора. Айда, брат, на коней! И ведра! Видишь, Иван, опять чертовы басурманы шапку мою в решето превратили. И опять моя баба будет меня пилить. Говорит ведьма, что я ни для чего не гожусь, только для приплода. А ты когда жениться думаешь? А? Уже женился. Чёрна земля и зорана, гей-гей. Чёрна земля и зорана, і кулями засіяна, гей-гей. Так это ты, янычар, нам шапки портишь. Білим тілом зволочена, ей-гей. Білим тілом зволочена. Это ты, Іван. Ах ты! Ты знаешь, кого ты убил? Я убил раба, которому не суждено было стать паном, как и вашему роду мерзкому, который я истреблю. Ha, 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 ha.
Дурень ты, дурень. Ой, расправляй, хлопці коней, та лягайте спочивать, а я піду все зелені, сокриниченьку. Ты чего не поешь? А чего вы горилку пьете? Это не горилка, это молоко. Какое это молоко? Чего ты в окно уставился? А чтоб тебе повылазило, целыми днями на девок пялишься! Ой. А ну, садитесь к столу, дармоеды! Чтоб вы подавились. Поклон тебе, брат Василь. Здорово, казаки. Ну что? Полковой писарь велел тебе передать... Какой такой полковой писарь? А нечистый его возьми, как же его зовут? Вискряк? Вискряк. Нет, не вискряк. Может, Мотузочка? Мотузочка? Не, не Мотузочка. Может, горилка поможет? Может. Какое-то такое заковыристое прозвище такое, смешное. Ага. Так что же он велел передать матери вашей перековинка? О! Гетман просил передать тебе грамоту. Еще просил передать
Говорит, грамота очень важная самой царице в Петербург. О. Куда важнее 10 пудов золота. И говорит, один ты можешь ее отвезти, больше некому. Потому что черти всякие. И, между прочим, говорит, сам дьявол за ней охотится. А не доставишь, сказал гетман, грамоту, то не сносить тебе головы вместе с щуприной. А-а-а. Где моя шапка? Шапка? Да вот она, сынку. Да нет, батько, мне нужна моя новая шапка. Куда она к черту запропастилась, эта новая шапка? На голове ваша шапка. Ой, спасибо, соколики. Я вам теперь от самой царицы недалеко привезу. Жинка! Чего? Зашей гетманскую грамоту в шапку. Все ж голове ближе. Благословите, отец. Благословляю тебя, сынку, и да благословит тебя Господь. На большое дело идешь, сынку. Помни. Спасибо, отец. Подыщи, сынку, верного друга, и никакая людская сила тебя не возьмет. А от нечистой силы вот тебе старинное казацкое зелье. Что это, батько? Это, сынку, завороженный табачок. Случись тебе в пути ведьма или дьявол в человеческом обличье, сыпни-ка ему этого табачку. Чихнет оно дьявольское отродье, и колдовская сила его исчезнет. Ага. Славный табак. Да ты бы хоть со мной попрощался, Василечку. Да ты что, Жинка? Там меня царица заждалась. Стригун? Не стригун. Нет? Не стригун. Чтобы дала ржаной соломы хату перекрыть. Ведь разваливается уже. Сын мой духовный, ежели прибудешь в столицу, разузнай, не пристали ли там на меня ябеда от отца дьякона. Прорыни там власть придержавшись. Хорошо, дабы ябеде той. Василь, спроси там у царицы службы для сироты. Мне не добиться, а оно так уж тянется к грамоте. А ты хотел бы к царице на службу? Не хочу на службу. Я хочу саблю и коня. Хорошо, тетка Марина, передам. Василь, чего же ты ко мне не заедешь? Разве я уже не староста? Чего ты хочешь, староста? Сойди с коня. Не подобает со мной так.
Василь, у меня маловато имущества, а я ведь староста. Так ты передай царице. Это ты моего брата убил. Да, я. Правильно поступил. Раз уж он принял бусурманскую веру, ну, счастливо тебе. Да поможет тебе Бог. Это он был. Убьешь где-то в пути. Убьешь. Если же нет, направь к кому-то из моих братьев. Прощайте. Василь! Василь! Василечка! Ой! Что скажете, бабушка? Пока добежала, забыла. Езжай здоровый. А, спасибо. Добрый день, сударь. Слушай, ты спишь или, может, ты сдох? А ты сойдешь с коня или будем так продолжать? Что же это такое, что тебя так мухами облепило? Сейчас поговорю с самим. Так. Ой. Поедешь прямо? Так. Плохая дорога. Туда тоже. А туда? Ой. Вон туда. А я оттуда приехал. Ты мне объясни, как ближе к Петербургу. К Петербургу? В том-то и дело, что туда. Ну, туда так туда. Значит, поедешь? Но. Доберешься к переправе. Так. Потом вдовье поле. Так. Далее корчма. Так. За корчмой озеро, а за ними Петербург. Ну то спасибо. Постой! Дай! По черепушке. На коня. За поводом не пью. Счастливого пути.
Ой. Вот чертовая работа. Вода моя. Пшено твое. Нет, неси сало. То ли казак, то ли цыган. Кто ты такой? Я черт. Правда, добрый черт. Ага, так выходит, если я тебя перекрещу, то ты исчезнешь с глаз моих чертовой матери. Ой, да не надо, я сейчас тарани достану. Стой! Стой! У тебя таран есть? Нету. Стой! Стой! Брат Василь! Брат Василь! Брат Василь! Вспомнили, вспомнили. Переверни Крученко его прозвище. Чье прозвище? Да писаря, что гетманскую грамоту тебе передал. Не важно, кто передал, важно, что я везу. Ты уж извини, брат, что мы не сможем сопровождать тебя. Мы плоты подготовили, так туркам двинем. Развеселиться хочется. Как, вдвоем? Нет, нас семеро. Голоборочка, нагни беда. Пани Будласка, переверни горба, старая Хрим, и нас двое. А, весело, наверное, с ними, хлопцы, будет. И хорошо. Вот если бы и мне подобрали товарища, чтоб в лихую годину было кому спину прикрыть. Это можно. Здравствуйте, хлопцы. Здоров. Меня берете? Берем. Танцювала рыба за раком, рыба за раком. Ты казака Василя знаешь? Ха. А кто же его не знает? А в Петербург с ним поедешь? А почему бы и нет? Ха. Почему бы и нет? Сейчас увидим. А ну-ка дерни. О, славный казак. Славный казак. А ну, ударь меня. Это можно. Но я бью с левой. С левой так с левой. Давай. О. А теперь я тебя стой. Дерни. Ого. Ишь на дурняк. Теперь стой. Ой,
Да идите же отсюда, идите, идите. Ну, ой, что сейчас будет здесь? Ой, что будет? Ой, да идите же. Хочешь ему что-то сказать? Можешь его спросить, чего он тут дыбится, как муха на сметане? А. Посоветуй ему, пусть убирается отсюда к черту. Я здесь гулять буду. Не люблю, когда мешают. Ладно. Тогда еще спроси его, не хочет ли он по морде? Ага. Ой, як стрілив царя цілив, а царицю потилицю. Оце ж тобі царю за байдину кару. О, да ти, козачі, в печалі. З таким драться не пристало, прости. Видать, хороший ты человек. А? Если понимаешь, что казак гуляет, а душа его плачет. О, хлопцы уже сердятся, нам пора ехать. Петро, собирайся. Да. Прощай, брат Василий. Хороший у тебя попутчик. Нам бы теперь фузею раздобыть. Купи коня. Покупаю. А что дашь? Все, что имею. Душу. Ха. Плюнь дураку в очи. Тьф. Конь твой. А что вы так почернили, як сенятор? А що вам дітки ваші були такі немилі, як мені цей світ немилий? Скільки воленьки перетомила, скільки голосу відголосила, доленьку прокляла, людей наймала. А де ж тепер їх братиму, чи є діток годуватиму? Петруся, мій дорогесенький, заступнику мій вірнесенький, заступи нещасної дружиноньку, і доживу ви прокляті! Остап! Остап! Нет ли там казаков, чтобы в горе помогли? Нет! Нет казаков, перевелись! Разъехались своими путями! А что за беда у вас случилась? Я опять охоту на перепелов устраиваюсь. Нет, нет казаков. Ты что это, дед, нарочно обижаешь мою саблю, пистоля и мой осоледец? Не обижайся, казак. Я же вижу, что вас только трое. А там 20-30. Это казачье панство наше. Каждый год набегает на перепелиную охоту. И чтоб им соколючек печень, как они, перетаскивают конским копытом все наши убогие земли, чтобы настрелять перепелов. Коней им! Ну, панове, братья, разгоните баб! Ова!
Слушай, а как же мы будем с ними драться? Птичек им захотелось, сучьи дети. Да. Да уж как-то будем. Где это вы так долго ездите? Ой, они все поле вытоптали. Ты смотри. Что за кони у вас? Не кони, а коровы. А вы свистните, поднимите птицу. Ну, цоп-цобе. Это вы, голодранцы, перепелов спугнули? Это мы. Летей ему. Сломай ему хребет. Слушай, кого ты мне, казак, напоминаешь? Так это же казак Василий! Ага. Так выходит, вы все со мной встречались, панство. И ты, седая голова, пришел топтать материн хлеб. Срам. Я не подниму на него руку, пан. Он освободил нашу сотню с турецкой неволи. Спрашиваю еще раз. Все со мной встречались, панство? Я с тобой пока что не встречался. А, если встречался, то прошу, на луг. Не потому, что брата моего убил, а потому, что перепелов разогнал. А ну, рубайте его! Прошу. Я же просил вас, не топчите хлеб. Ой, мама! Чёртовы дети! Берёшь крайнего. Какие люди гибнут? Ай-яй-яй! Сними его с седла. Ну что, познакомился со мной? Ты дьявол. Что же мне, свинья, с тобой сделать? Я казак. Ах ты, казак. Тогда не позволь оселеться. Отгони лошадей вдовам. А не жалко? Добро. Делай, как сказано. Послушай, у тебя не было брата? Да был. Такой же дурень, как и я.
Не Иваном звали. Да Иваном. Корчма, брат! Корчма! Ей-богу, корчма. Ага. У тебя горилка на уме, у меня грамота. Да нет. Видишь, можно переночевать, перекусить. И только. Разве что только. Открывай ворота, паршивый корчмарь. Милости просим. Прошу. Вас давно ждут? Что, сучьи дети, мучаетесь? Страдаем. Не притомились? Нет, но я отсюда не уйду, пока у проклятого корчмаря не выпью всей горилки. Пей, Петро, пей, и накажи этого проклятого корчмаря. Да пусти его по ветру, как он меня пустил. Эй, гуляй, хлопцы, гуляй, я все пропил, что имел. Отпусти меня, отпусти, говорю. Не держи, я домой хочу, к маме. И на горилке хлопцам славным. Это же они. Эх, и гульба славная. Горилки все равно пить не будем. Подарка. Чего казаки пожелают? Колбасы побольше, сала много, селедки много, вареников много, ветчины много, тарани много. Горилки не пьем, пампушек с чесноком. Слушай, Василий, а может выпьем немножко, а? Нету сил отказаться. Немножко, но ведро. Два ведра. Хорошо? Ой, ой, и бочонок пива. Это ты моего брата-разбойника проучил? Ага. Молодец. Прости меня, Жинка, прости. Давай на последнюю. О, уже потеплело. О, это не к добру, Василий. Неужели мы этой горилки не выпьем? Нам поможет святый Юрище пречистоматы, лихо звоювати. Ой, чи пан, чи пропав, вічі не вмирати. Ей, ну, мо, хлопці, до бою. Пока не йдет. Да, не йдет. Ну что? Грамота в серой шапке можешь взять. А заодно деньги, что брат дал. Забирай. Это такие хлопцы, что и в аду не погибнут. Иди, так пекло. Так люди, що він не п'є, а віщо вечора до корчми. Еще не идет. Не идет. Не идет. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет. А я бедный, несчастливый. Несчастливый, несчастливый. Степ широкий, томи.
сват. Шабля люлька, вся родина, сивий коник, то мій брат. Жовтий коньок. Серий коньок, серий. К твоєму серому коню подойдет желтая шапка. А к твоему буланому коню подойдет мой куртасик. А к твоему серому коню подойдет. Иди спать, пьяница проклятая, иди. Какие странные голоса. Да, чудные голоса. Тебя мне ад не мил. Это я уже слышала. Будь моей. Все, чего пожелаешь, сделаю. Все, чего твоя душа желает. Не сделаешь ты того, чего моя душа желает. Сделаю. Клянусь пеклом, сатаною, самим Фернагием. Да чтоб мне не загубить ни единой христианской души, чтоб мне провалиться в полынью после Иордана, если не сделаю. Иша спит, как чудно клянется. Не веришь? Не верю. Поверь, поверь. Дарочка, чего желает твоя душа? Не скажу. Не скажу, пока не присягнешь. И то адовым слом сделать все, что пожелаю. И долго будешь моей, если поклянусь? 10 лет. Все сделаю. Хорошо. Согласен. Вот моя рука и адовое слово. А кто же свидетелем будет? Надо, чтобы христианская душа была. И чистая. Есть свидетели. Казаки, идите сюда. Разве у запорожцев чистые души? Они же пьяницы и разбойники. Не скажи. Нет души чище, чем у этих аспидских детей. Они живут по Писанию, не водятся с бабами, сражаются с басурманами, защищают веру православную. Ну и что? С кем ты разговариваешь? Говори теперь, чего желает твоя душа. Ха-ха-ха!
я хочу. Этого никак нельзя, этого... Почему не будет? Непременно будет. Прекрати сейчас же, не дыми, прекрати, говорю. Ты же знаешь, не по своей воле я стала ведьмой. Я за тебя душу отдам. Согласен. Вот тебе первый, и второй будет. А ты не настоящий казак. Почему душу не отдаешь? Отдай мне свою душу. Отдай. Отдай мне свою душу. Отдай. 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 Отдай мне свою душу. Отдай мне свою душу. Ты мне только покажи, я тебе такую душу дам, что мать родная, не узнаю. Где грамота? Извините, отец. Фур-фур. Ты смотри, сухой и дома. Значит, умер. Идем с нами. Пойдем, пойдем. Петро. Да? Куда это нас несут? Не знаю. И я не знаю. Наверное, в ад. А, наверное. Поют. Я очень люблю народные песни. Ну а дальше? Что же это творится? Просится, бо прийшла зима. Підрі к нам тремтить вишенька, мала в хатку проситься, бо прийшла зима. Гойда, гойда, гой, очка задули, сні щасливому загрієся ти. Сейчас достанем. Куц, куц, достань пороха. Да побольше. У нас главный шума не любит. Смотри, какая фузея. Достань, это кости переломаем. Ладно. Ей-богу, поломаем. Опа. Искал коня, нашел девку. Это им снится. Женщины, вы не пойте, ибо это вам все снится. Я это, Мурло, действительно знаю, но вам это снится. Дед,
Это снится вам все. И ему снится. А ну, брысь, разойдитесь. С глаз долой. Да разойдитесь, чертенята. Проснитесь, люди, проснитесь. Это вам снится, и вам снится, и вам снится. Опомнитесь, безумный, это вам все снится. Ну, хоть ты пьяница, понимаешь, что ты перепил, и теперь тебе все снится. Ты что пьешь? Смолу. Видишь, тянулся. Ням-ням-ням-ням-ням. Я Дарка здесь. Я за нее душу продал. Вот ты сейчас увидишь, что и тебе все это снится. Ты погляди, как проклятая смотрит. Где моя шапка? Василечку, иди сюда. У меня все есть. И ты, голубушка, тут. Я так и знал, что ты меня и тут найдешь. Ах, вы чертово отродье, так вы потешиться надо мной решили. Если вы сейчас не вернете мою казацкую шапку вместе с грамотой и душу побратима моего верного, и душу всех тех людей, которых вы тут истязаете, и душу Адарки, и мою, и душу Адарки, да быть мне католиком, если я не сверну ваши свиные рыла вам на затылок. Согласен. Где моя шапка? Все отдам тебе. Но прежде сыграй с нами трижды в дурака. Это я с тобой. Чтоб я с чертовой бабой сел в дурака играть? Мне послышалось. А ну, повтори еще раз. Ты слушай. Если хоть раз выиграешь, твои души... Ну, конечно, они хоть и грешники, да все же крещенные души. Это моя баба. Ты что, одурел? Я тебе говорю. Сдавай, проклятая ведьма. Грамота того стоит. Сдавай, говорю. Если же трижды в дураках останешься, не гневайся. Не только шапки, но и души своей не вынесешь. Давай, голубушка, давай, давай. Принимай. Крестом, крестом бей. Да нет креста. Принимай. Принимай. Принял. Прошу. Так, теперь я буду сдавать. Ну что, видишь туречину? Пока не вижу. А сейчас? О, вижу! А ну, ходи, проклятая. Оу. Это уже не по-казацки. Чем ты бьешь, Василь? Козырем. Может быть, по-вашему это козырь, а по-нашему... Нет. Дурень, дурень, дурень! Андрей, может, покаемся? Иди ты ко всем чертям, вон человек в карты проигрывает. Ой, боже мой, боже мой. Козырем, проклятая, бей, козырем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты чем бьешь? То, что ты положил. Как это? Плюнь в карты. Фу.
проклятый казак. А, так я, оказывается, действительно был дурнем. А ну-ка, принимай. Раз. Выигрывает. Выигрывает. Чёртовы души. Выигрывает. Два. Выигрывает. Выигрывает. Три. Четыре. Пять. Выигрывает. Да ну. Давай. Даю. Иван. Петро. Иван. Петро. Смотри, смотри, сколько мы их тут уложили. Представляешь, что в Туреччине творится. Василь. Василь. Давай. Давай. Горилки. Кто на том свете пил горилку? Здесь пьет смолу? Давай смолы. Принимайте, чертова баба. Ну и гадость дают честным пьяницам тут у вас. Рассола! Печет! Печет! Поднимайтесь, поднимайтесь, пьянчуги несносные, солнце взошло. Ой-ой, голова раскалывается. О, Господи ты, Боже мой. Дайте, Рассола. Ты что напялил мой жупан? Черт его мама знает. Где моя шапка? Где моя шапка? Где моя странный шапка? Человек просил сказать, что шапку и крестик украл корчмарь. Крестик я выкрала. Мухи. Ой. Так вот он чем кормил нас. Поэтому, наверное, голова стала как колода. И всю ночь на мне черти плясали. Ты чем нас накормил, паршивец вонючий? Может быть, псиной? Ворюга, вот тебе за шапку. А это за грамоту. Это за крестик. И за все остальное. Слушай, Василий, я больше не буду. Слышишь, не буду. Девчина, я тебя знаю. Может быть. А ну-ка ты спроси что-нибудь. Я никогда так близко с девчатами не разговаривал. Пойдешь за него замуж? Если освободите. Маму турки полонили. А меня отдали корчмарю. Дядька Петро. Довезите ее в дыканьку. Хорошо, отвезу. Будет, как у Христа, за пазухой. Жди меня. Я только царица и обратно. О, Господи! Царица дома? Никак нет! Хлопцы, так царица в хате. Так точно! Передайте царице, что к ней сам казак Василий с диканьки приехал. Ох, и несет жать тебя. Нужно ячменя пожевать, вот так неудобно. Да переодеться надо.
Айда. Ого. Здравствуйте, в вашей хате. Хозяева дома есть? Смотри, и тут моя баба. Что такое? Фу. Узнать. 7 минут. Что надо? А ну уйди с дороги. А ты что на себя напялил? А? Жена, это ты или не ты? Молчи, дури. Что такое? Узнать. Так что там такое? Да так, пустяк. Абсолютный пустяк. Из-за пустяка он так долго ехал? Славный казак. Ступай, любезный, ступай. Пан, новосела мушка. Подарка? Баронесса фон Лихтенберг. Аудиенция окончена. Как окончена? А наша грамота? Какая грамота? Это же искусство. И тут проклятые мухи. Баронесса фон Шербернетта. Казаки. Значит так, брат. Нам осталось только одно. Пустить друг другу пулю в лоб. Как скажешь, брат. Место красивое. Приготовим пистоли. Прости, брат, за все. Нет. Я буду говорить молитву, а когда дойду до слов из жизни будущего века, приготовиться обоим, ибо на слове «Аминь» выстрелим друг в друга. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя. И в единого Бога Иисуса Христа, распятого Понтием Пилатом, и страдавшего, и погребенного. Слушай, а если кто-то не сразу будет убит, тогда он сам пристрелит себя своим пистолем. И воскресшего в третий день по Писанию. И вошедшего на небеса. Исповедую единокрещение во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых. И жизни будущего века. Сейчас будет аминь. Так что, хлопцы, надумали стреляться? Надумали.
Ну-ка, глянь. У меня за спиной никого нет? Да нет. А у меня? Да нет. Кто ты? Путь! Где ты? У дороги. Ой! Да нельзя же так, хлопцы! Кто это говорит? Это я, Камень. Так ты Камень или ты Куть? И Камень, и Куть. Ой! Ой! Меня дьявол за то, что я вам помог, превратил в камень, чтоб люди об меня ноги били. А я уже не хочу. Бросьте меня в болото, хлопцы. А то уже осточертело людям зло делать. Ух! Тяжелый стервец был. Зато как булькнул. Иди. Не пойду. Ну что, хлопцы, видели царицу? Угу. Видели? Видели. Ой, хлопцы, и не умеете вы врать. Да уж, пожалуй, не научиться вам. Стреляйтесь! А я поехал дальше. На! Из-за этой дурацкой стрельбы могли бы домой не попасть. Не говори, могли бы. Ой. Ах, срам какой. Что ж поделаешь? Есть страшно хочется. О, хорошо, что людей нет. А вон люди. Куда это их несет? Добрые люди, куда это вас несет? Пустите меня, а царица казак Василь едет. Приглашаю вас всех к себе на подворье. Сейчас выйдет. Сейчас муж выйдет. Уже идет. Вот такими глазами смотрела на меня царица, когда я стал перед ее очи. Родной матерью нас приняла. Ясным солнышком засияла, когда увидела нас. Пошли в одни палаты, в другие, в третьи палаты. Ее нет, в четвертой нет. Только царята бегают по полу, как мыши, а ее нет. Пятых стоит она сама. Среди, значит, вот такенные галушки я сам. Справа такой мужчина красивый, слева тоже. Она музыка заиграла, она говорит, на бальсы приглашаю тебя, Василечку. Я подхожу, пахнет, вечером к тебе приду. Пахнет от нее, значит, я иду, волнуюсь, на бальсы, как вы понимаете. Тьфу. Воспитанная, вот так тьфу, плюнет, вот что бы ты сделала? Она вот так плюнет и разотрет, плюнет и тут же разотрет. Я ее, значит, с талией. Талия у нее, ну вот такая талия. Руки как-то так кренделями выставила, как-то так выставила. Я ее как в жменьку взял, как пошел бальсы танцевать. Она хохочет. А что мне царица передала?
А мне какое имущество царица передала, а? И тебе передала, кажешь. А как же, вот это все передала, видишь? Не видишь? Ну вот, смотри, того. А, хорошо. Васильичку, а как же со службой для хлопца, а? Твоя служба, верный конь, да чистое поле! Людям служи! Да ты хоть царицу видел? Хороший табак был, отец. Правда? Да. А, дурень ты, дурень. И отец твой дурень, и дед был дурнем. А тебе и на роду написано таким оставаться. А чувала рыба с раком, рыба с раком. А Петрушка с пастернаком, с пастернаком. А цибуля с чесноком, а девчина с козаком. Ну и брехун. Дед мой был брехун, а ты его перебрехал.